Всем привет, я Виталька Project, и я только что проснулся и решил, надо записать такие видео. В общем, я расскажу, как я писал свою эту пьесу, и, в общем, по порядку, наверное, или с конца, или не знаю, короче. Как басовая часть, там используется вот этот синтезатор электроника M25, который оказался у меня по счастливой случайности, ну, на ремонте, короче. И потом я решил туда его записать. А началось все где-то, ну, наверное, в ноябре. У меня было такое не очень хорошее настроение, и я решил, надо какой-то такой звук накрутить. Накрутил на компьютере, используя один синтезатор и, в общем, там две партии. И получился такой хаос звука какой-то. И как бы, ну, это стало основой. Потом, вот уже в январе, даже в декабре-январе я начал допиливать. И накидал, порывшись в своих архивах, я начал накидывать всякие звуки, которые я записывал. И, в общем, сейчас покажу. Вот это радиоприемник Ишим. Собственно, звуки радио записаны именно с него. Это спецрадиоприемник, он имеет много диапазонов, которые не входят в бытовые, да? В общем, все записано в него. Ну, вот эти там разговоры на радио. А вот это те самые часы, которые вы слышите в конце. Также я использовал там звуки принтера, всяких там птиц. Ну, в общем, все, что я записывал, все, что у меня есть в архивах моих, как бы в моих аудиоанналах. И, в общем, получилось вот так. Ну, кстати, насчет названия. Название появилось с самого начала, и я не думал, что оно останется до конца. Я очень... Потом в последнее время очень думал, какое выбрать. В итоге я оставил такой, как было. Ну, как обычно. Потому что была концепция, как бы, другое ставить. Ну, судя по тогдашнему настроению, когда я решил взять уже и доделать, все-таки осталось то самое первое название. Так что вот так. Пока. Вы заметили, что я дома, потому что на улице холодно, и телефон без зарядного не живет дольше 20 минут. Поэтому такой вот антураж небольшой.